Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас. Ага, забираем, конечно же, здесь все. Замечательно, что у нас за задание? Убейте 120 любых зомби. Я считаю, что это самое идеальное задание, которое можно быстро выполнить. И мы, естественно, будем выполнять. Так, посмотрим, что у нас тут. Так, секунду, через 4 часа закончится у нас, видите ли, лига, а я на третьем месте. Ха, нет уж, извините, так дело не пойдет. Я должен быть в топе. Поехали. Посмотрим, что это у нас тут за сморчок такой. Ну-ка. Так, секунду. Замечательно. Ну что я вам могу сказать? Здесь победа за нами тут, бесспорно. Отлично. Так, двигаемся с вами далее. Нам обязательно нужно с вами... Так, вот сюда. Кто это такой у нас? Слушайте, это какой-то новенький. Такого раньше не было. Поехали. Будем наказывать жестоко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, родные. Давай, гренадир. Красота. Вот, в принципе, и все, что требовалось доказать. Так, ну что, 4 часа я уж как-нибудь потерплю. Буду, как говорится, на стреме. Буду держать тут все под контролем. Так, ну что, значит, у нас задание убить 120 любых зомби. Так, у нас с вами, по-моему, есть... Ой, как хорошо, у нас есть два ящика. Естественно, будем сразу же их открывать. Блин, ну зачем мне краска, а? Краска меня не устраивает. А вот газировочка и консервы, это уже хорошо. Так, давай посмотрим, что здесь. Горючка. Блин, зря я горючку сейчас открыл. Ну что же, неплохо. Неплохо. Так, и что это здесь у нас такое? Что они мне хотят? А, покраска. Ну, давай посмотрим. Так, цирковой, рождественский, так, пустынный. Кстати, да, действительно, ребята, что мы все время с вами прицепились к этому рождественскому раскраске? А это что у нас такое? Нет, это мне не нравится. Это у нас изначально идет такая... Грабительский. Давайте вот это вот ставим. А мне нравится. Так, ну что, ребята, нам, в принципе, не так уж и много осталось до 14 уровня. Грубо говоря, еще... так, сколько здесь? 22, нужно 27, да? Получается 5000 опыта. 5000 опыта. Ладно. Ну что, убиваем любых зомби, ребята. Как видите, у меня почти 10 тысяч. Я... Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, 12 штук, ребята, есть все шансы у нас получить. Ёлки-палки, я пошел на фарм, вы как хотите, а я пошел. Так, где мой любимый уровень? Вот он, блин, да вот он. Да, я буду приступать. Так, сколько я, блин, забыл, там 39 минут или сколько осталось до завершения. В общем, это не важно, будем, ребята, фармить. А сколько, блин, мне дофига придется здесь... Времени потратить, ну, поверьте, оно того стоит. Не каждый день у нас такая скидка. Так что, возможно, мы еще сегодня с вами его даже и посмотрим. Главное успеть, ребята, главное успеть. Да что ж вы делаете, ироды? Пошли вы в одно место. Ну, ё-моё, давай, бомбим. Блин, мне кажется, что как-то громковато, наверное, да, ребят? Или просто кажется мне. Так, вот... Давайте, кстати, мне понравился в последнее время вот этот вот полицейский с дробовиком. Блин, он так херачит не по-детски. Ну куда вы бежите, олухи? Так, бочка у меня есть, если что, ребята, я смогу Марины прихлопнуть, чтобы он не разнес раньше времени нашу баррикаду. А он может, поверьте мне. Вот, он уже начинает буянить. Так, давай, Соня, выходи, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, а что, у меня уничтожили, да? Аустина моего, точно. Он уже на том свете. Блин. Он не такой уж дешевый, чтобы раскидываться им налево и направо. Блин, я придется вызывать. Ну давай. 30, вот, отлично. Слушайте, если я сейчас получу 10 тысяч, мне даже, наверное, придется, ребятушки, что-то продать, чтобы получить недостающую сумму. Так, рейнджер вперед. Ой, как шикарно сейчас будет. Просто мясо. Куда? Как вы пропустили-то вот этого говнюка? Я не понимаю.
совсем не смотрит, да, за происходящим. Ну где, блин, где эти сундучки, елки-палки, что за дела? Аустин, давай, не подводи меня, пожалуйста. Сколько там еще нужно? Нам еще два сундучка надо, чтобы получить 10 тысяч голды. Так, 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 ну, не расслабляемся. Давай, давай, жарим. Во, один есть, ну, подожди-ка. Да, еще один нужен. Еще один нужен сундук мне. Нет. Марина все-таки пробил, а? Я, честно говоря, я даже как-то не заметил его. Слушайте, так, а там мы получим, что у нас выйдет? Секунду. Ага, здесь еще 315 голды. Подожди, я что уже... А, я уже выполнил, ребята, все. Выполнил я это задание. Так, 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 ну-ка, 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 давайте-ка с вами... Да подожди, ты не... А где? Ёлки-палки, я чё... А, вот, вот он, вот он. Вот он, родной мой, давай, продаем. Продаем вот этот весь хлам пока. Очень много лекарств, давай тоже. Так, это сколько у нас получается? 11 тысяч, да? Еще 1000 нужно, блин. Ну, извините, ребят, придется продавать. Придется продавать это все. Я насобираю, можете не волноваться. О, фляжек у нас очень много. Ёлки-палки, еще нужно 300. Так, сколько? 47 минут. Ядрен батон, 47 минут. Но мне нужно поспешить, ребята. Очень даже... Быстро-быстро это все сделать, чтобы получить. Обязательно надо. Марина, давай, ладно, бог с ним, беги, родной. Так, 300 очков, но это буквально... Подожди, мы получаем за ящик 10 монет, да? То есть 3 ходки нужно сделать. Понятно, 3 ходочки. Так, вы куда бежите, сопляки, а? Вот куда вы бежите? Давай, 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 давай. Расстреливаем этих говняков всех. Аустин, я не понял, где деньги, которые ты должен мне добывать, а? Ты что ж... Во, малорик, пошел. Так, давайте-ка, давайте-ка, наверное, Соньку вызовем. Бам. Так, 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 так. Пускай взорвутся они тут все. Отлично. Есть еще один. Сейчас, ребятушки, раздухаримся и, как говорится, бабло потекет рекой к нам. Давай, о. Красавы. Не падай только, блин. Твою маковку, он упал. Ребята, он упал от какого-то вонючего зомбаря. Почему он так всегда тупит? Вечно он чего-то боится, трясется. Рука у него на курок не может нажать. И, естественно, он от этого погибает. А чтобы хорошо зарабатывать деньги, одного мало, ребята, здесь. Их нужно хотя бы 3, чтобы было. Только тогда будет у нас удачно фармиться бабло. Так, ну как видим, у них откаты, причем очень долгие, и стоят они недешево. Так, ладушки. Так, сюда мы, наверное, с вами рейнджера вызовем. Давай, 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 не пропускаем никого. Так, 800, так, 11841 монетка. Еще один. Ай, красиво, красиво у нас идет, ребята, все. Давайте хотя бы до 900 дойдем. Давай, 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 не подводите, ребятушки, меня. Вы мне нужны, как манна небесная, елки-палки. Стоим, отстреливаемся, зарабатываем деньги. Не надо так подходить близко, вот прям в эту кучу. Зачем вы прете? Вот. Так, хорошо, хорошо. Ну. Так, еще одного вызовем. Вот, как раз их трое, это самое то. Ну, по-моему, мы, ребят, уже... Нет, не набрали еще. Давайте еще одного кого-нибудь прибьем. Так, все, ребята, волна идет. Пора вызывать Марины. Пора вызывать Марины, чтобы... Е! Yeah! Ну что же, еще соточку мы с вами, я думаю, мы успеем набить. Мы успеем набить, ребята. Единственное, что да, у меня не будет денег для того, чтобы я смог проапать этого юнита нового нашего. Но зато он у меня будет, а там уже дело наживное. Как-нибудь накопим денежек. Кстати, все деньги, ребята, я копил именно фармом и продажей левого барахла. Ничего я не донатил, ни рубля, как говорится, не вкладывал. Ну что же, давайте еще разок попробуем, ребята, с вами. Кому не интересно, можете, естественно, сразу же промотать где-то ближе к концу серии. И там уже, наверное, будет у нас
покупка нового юнита. Главное успеть по времени. Ну что, Марина, давай, выбегай, пускай эта шабла бежит на тебе. Ты как раз будешь раздавать сладких люлей. Отлично, отлично. Так, сейчас будет откатик, и мы вызовем Аустина. Ну давай быстрее, вот, выходит он. Так, Марина, я тебе... Блин, я же тебя попросил... Что ж ты творишь, а? Что ж ты творишь, Ирод? Я же не... Во, наконец-то его заколбасили. Денюшка идет. Денюшка идет, ребята. Надо еще одного вызвать, маловато. Хотя лучше, да, лучше здесь вызвать Соньку. Смотрите, он самый пугливый из грабителей. Даже полицейский так не боится, как Аустин. Просто аж бедные поджилки трясутся, блин. Давай, 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 давай. Просто я в тот раз, ребята, помните, да, в прошлой серии я профукал эту скидочку. Да там очень много нужно было денег еще. Ну а тут, как говорится, грех не воспользоваться этим и получить юнита нового. Как говорится, для фулл коллекции. Хотя коллекция у меня, ребята, далеко не фулл. Очень много еще юнитов у меня не хватает. Ну, тем более скоро Хэллоуин. По-моему, все-таки на Хэллоуин нам дается новый чувачок. Не тот, который у нас с бензопилой, а я жду именно берсерка, который у нас с двумя топорами будет. Так, ну что я вам скажу, ребятушки, сумма у нас набрата уже. Поэтому после этой бойни я буду приобретать нашего долгожданного нового юнита. Протестить, конечно, не получится. Хотя, в принципе, можно будет, знаете, где? На первых самых уровнях посмотреть, что он из себя представляет. Ну и вообще, как он ведет. А, подождите, все, надо вызывать, естественно, нашего Марина. Пускай он пробивает проход. Деньги мы уже насобирали. Как говорится, остальное нам неинтересно. Давай, 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 родной. Ну, пробивай. Так, ну, последнее приготовление, ё-моё. Давай, давай, есть. Фух, нет, я должен успеть, ребят. Времени у нас, по-моему, еще в излишке даже есть. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Где наш магазин? Да, ребята, ха-ха. Легкий солдат, лайт. Лайт, это же легкий? Легкий. Вот он. Ай, красава, ребята. Ага, это все-таки у него, ребята, ближний бой. Все-таки я думал, что это может быть, мало ли там, какая-нибудь палка-пулялка. Но нет, нет. Вот так. Шикарно. Давайте еще посмотрим. Вот, у нас все пока... Блин, не хватает денег. Ну ладно. И теперь мы что с вами сделаем? Теперь мы, конечно же, его поставим к себе в отряд. Вместо рейнджера. И обязательно с вами отправимся на первый уровень. Хотя первый уровень, наверное, слишком легко будет для него. Давайте на второй. На второй зайдем. Так, выберем с вами какое-нибудь задание. Главное, чтобы он хоть немножко пожил и продемонстрировал, на что он вообще способен. Так, ну что, здесь уже бочки даже лежат. Ха, странно. Что-то я не помню таких миссий, где уже бочки лежат. Так, он стоит у нас тоже, ребята, 30 этой храбрости. Нет, храбрости это вот, по-моему. Ладно, неважно. 30 маны, вот, вызываем. Давайте посмотрим, что он делает. Ага, у него, по-моему, знаете, что-то типа кувалды в руках. Ну, не факт, посмотрим. Вот он, ребята. Он, смотрите, бьет, бьет, бьет. А потом, знаете, такой у него добивочный удар, типа как вот у механика. Ну, что я вам могу сказать? Это он на первом уровне, да? Дерьмо. Довольно не... Посмотрите, у него по 35 урона. По 35. А если его раскачать? Ох, если его раскачать, то это будет просто жесть. Слушайте, мне нравится этот парень. Довольно прикольно сделан, да, в маске такой. И бомбит он как механик. Кстати, интересно, а новый зомби из него получится или нет? Хотелось бы посмотреть. Вот он у нас погиб, да, лежит. Сейчас будет вставать, наверное. Ну, по идее, должен встать. Чуть лежит. Во, встал. Смотрите. Ребята, по ходу дела новый зомби какой дерганный. Или же нет? Да не, вроде бы как новый. Блин, классно. Так, давайте-ка, наверное, вызовем нам Аустина, да?
Да, он еще и пробивает, ребята, баррикаду. Вообще шикарно. Очень-очень крутой юнит. Я все-таки не зря его купил. Мне нравится, по крайней мере. Слушайте, а вот этот новый зомби зачитался нам или нет? Ну, энциклопедия не появилась. Обычно, когда появляется новый зомби-вид, у нас энциклопедия сразу же говорит, что родной, посмотри, у тебя что-то новенькое появилось. Но, как видим, здесь нету. Интересно, если я посмотрю. Сержант. Да, сержантов мы уже с вами валили. Вот, смотрите, 13 штук. Подожди, каких 13? 35 убийств у нас сержанта. Так что это не новый юнит для нас получается. Да. Жаль. Где же, блин, вот этого мне взять юнита, ребят? На 31 странице, вот здесь вот. Мне хочется полностью себе всю коллекцию, как говорится, заполнить по зомби. Но не могу никак вот понять. Хоть действительно где-то в ютубе лази и смотри. Я надеялся на вас. Вот стопудово у кого-нибудь из вас есть этот зомби. И жалко единственное, что не пишут, в какой локации он находится, да? Вот так вот, например, зашел там инсектоид, смотришь, да, тыры-пыры тролливали. И здесь, например, написано, где он обитает, ну, на каких локациях. Так, ну что же, давайте, наверное, немножечко с вами пофармим еще капельку. Я хочу заработать еще на один ап, именно для нашего легкого солдата. Почему-то мне его охота называть сержантом. Ему идет это название. Так, для этого я перехожу, как обычно, на 6-й уровень. Выбираю вот эту карту. И поехали. Кто-то говорил, что есть миссии, я уже не помню, ребята, в комментариях, что где одни вот такие вот зомби. Нету вот этих бегунов, которые у меня периодически здесь появляются. Но, если честно, они меня не напрягают. Поэтому я остановился именно вот здесь, вот на этом уровне. Так, хорошо. Давай, Аустин, выходи. Так, главное, чтобы они его не заколбасили, еще раз говорю. Да что ж ты будешь делать-то? Так, нормуль, пока хорошо. Так, хорош буянить. Давай-ка, выходи, коп. Ну все, ребят, в принципе, фарм пошел. Да, я уже заработал себе на один апчик. Взорвитесь там к ядре, не фени. Все, сейчас только вызываем Соньку. И, в принципе, ребят, фарм начался. Надо будет еще, конечно, Аустина вызвать. Как я вам говорил, для лучшей, как говорится, наработки денежек здесь нужно, ну, два минимум. А в идеале вообще три. Больше трех, я думаю, что не стоит. У них довольно быстрая стрельба. Но также не советую, ребята, очень много вызывать прикрытия. Потому что надо, чтобы именно Аустин бомбил. Только в том случае будет получаться денежка у нас. Так, давай. Уничтожаем. А может быть даже, ребята, мы с вами на два апчика накопим. Так, давай. Расстреливаем. Сейчас откатик произойдет. Я еще, наверное, одного вызову. Для... Ой, а давайте вот этого вызовем. Это для прикола просто. Тыц. Его, наверное, сейчас... Да что ж ты, елки-палки, такой аккуратный, смотрите, ребят. Не бежит в бой. А что он стоит-то? Давай, беги, елки-палки, стоит-то потихоньку, блин, как в штаны наложивший идет. Ну, баррикаду, естественно, ребята, он не пробьет, он слишком слабо, но и будет неделю тут бомбить. Давай. Сейчас его заколбасят. Слушай, ну мне нравится, как он, смотри. Неугомонный-то наш. Ого. А он баррикаду-то довольно нехило бомбит. А почему он так в первом уровне у нас слабенько себя вел? А, сейчас упадет. Да, упал. Так, ну что же, я вызываю. У нас 143 монетки уже. А по-моему, это, ребята, предел. 122 монетки за бой можно получить. Больше никак. Так, ладушки. Хорош, побежали. Будем бомбить. И на один апчик у нас действительно, ребят, с вами хватит денежек теперь. Дело за малым, теперь будем фармить потихоньку, выбивать, зарабатывать ящички. Ну, соответственно, из слабого делать более улучшенные предметы. Ну и качать своих героев. Так, миссия 93 пройдена на 2 звезды. Ну, это потому что бегуны меня задели там. Так. Где ты? Давай-ка, иди сюда. Хватит еще на один ап. Да, 92 монеты, ребята, нужно. И у нас для этого абсолютно все есть.
Третий уровень. Ну, на следующий, как мы видим, ребята, уже нужно 112 монет. В принципе, при желании, ребята, у меня горючки 20, я могу здесь фармить, считайте, по 120 монет за заходочку, да? То есть за 2000 с лишним я могу набить, если потратить всю горючку. Так что, ребятушки, на этом, пожалуй, мы сегодня и закругляться будем с вами. Всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, чего я хотел, я добился. Герой у нас этот есть. Теперь мы с вами будем ждать либо какого-то нового ивента, либо Хэллоуина. И встретимся уже там, будем дальше играть. Кстати, свата нам тоже надо раскачивать. Но тут, как говорится, не разорваться. И того качать слишком все дорого. Надо делать какие-то приоритеты. Причем, ребята, скоро мы такими темпами по зарабатыванию вот этих вот, по выполнению миссий, да, мы зарабатываем с вами очень много опыта. И посмотрите, как мы с вами продвинулись вперед. То есть мы получим с вами 14 уровень. А соответственно, нам придется с вами прокачивать вот этих вот бойцов основных у меня. Это снайперша, это у меня Сонька будет. Где она, моя родная-то? Соню надо будет прокачивать, то есть на 14 уровень. А поверьте, для этого тоже нужны будут и баночки, и скляночки, и оружие. В общем, сами поняли, к чему, да? Смотрите, гварда прокачать надо будет, Кэпа, огнеметчика, конечно же, моего. Вилли еще до сих пор не прокачаны до фулки. Причем вы не забывайте, что они у меня не по топу прокачаны. Очень много где надо чего скидывать. Там 1-1-1, 2-2-2. Это нафиг нам не нужно. Нам нужно 3-3-3, чтобы у всех было. Ну что же, теперь уже да, все, ребятушки. Всем пока, всем удачи. Надеюсь, вам понравилось. Ну а мы увидимся с вами, надеюсь, в ближайшее время. Так что удачи вам.